Всем привет! Мы на вокзале, едем в село к дедушке Юре. Вот Давидчик, папа. Пока! Все, надеюсь, что погодка нас не подведет. Мы посмотрим на коровок, на лошадок, хочу Давидику показать. Вот так-то. Все, увидимся. Мы сели в поезд, едем в село к дедушке. Посмотрим коровок, лошадок там настоящих, живых, да? Давидка, тебе нравится в поезде ехать? Травка, домики. Вот наш велосипед стоит. Давидушка, кого ты будешь у дедушки в селе смотреть? Коровок, да? Как коровки делают? Му. Му. Поросяток, да? Как поросятки делают? Не. Хрю-хрю-хрю, да? Так, курочек, как курочки делают? Ку-ку-ку-ку. Понятно. Гусочек, да, будешь делать? Как гусочки делают? Га-га-га. Да? А лошадки как делают? Иго-го. Может, и лошадок увидим, если погода нас не подведет. Мы так оделись. На домашнем я в джинсах. Хватит. Босоножка. Давидушка в босоножках, в шортиках. Взяли одежку переодеться, покушать взяли. Помаши. Такая электричка более-менее чистая, более-менее. Тут, конечно, природа, одни кусты, больше показать нечего. Ну, елки там. Давидке нравится на качельке, да, с дракончиком, кать-кать. Хорошая погодка не подвела, дождь не пошел, слава богу. Такие качельки. Хороший большой здесь парк. Много тени, много деревьев. Не жарко, хорошо. Горочка вот такая большая, там песочница дальше. Много деревьев новых насажено. Вот там школа. Вот это вот красно-белое здание, это школа, кусочек. Нет, там она большая, она одноэтажная, но очень большая школа. Давид все время просит высоко, высоко меня качай, высоко, да? А дракон не боится высоко? Дракошка твой. Очень хорошая природа, конечно, красивая, запах здесь. Совсем другое дело, не то, что в городе. Горочка. Ну, довольно-таки неплохо, как бы чистенько, хорошо. Да, сынуля. Коровки большие. Да, с номерками на ушах коровки. Андрюша, что это синее у нее? Он там... Краска, а что на краске? Кушает коровка. Смотри, Давид. Вот, Давушка, большая, смотри. Вот сзади, рога, смотри, какие большие коровки. Коровка большая. Кушает коровка, видишь? Му-му. Вот это всё, да. Пойдём. Давушка, тебе нравится коровка? Ой, может... Она не бадане, она сама боится. Андрюш, не надо. Большая коровка.
все, пока-пока. Ой-ой, какая коробка черная какая. Пока-пока, дорогая. Все, попрощались, пойдем. Пока, говори коровке. Большая. Пока-пока. С рожками муму, да? Пока. Всем привет. Идем. У нас утро сейчас, 8 утра. Идем на качельки. Качельки там, это парк в селе. И здесь есть детские качельки. Давида такой дракоша вчера в магазине купили вечером. Мягкие, потому что игрушки с собой не брали. Вот. Решили здесь одну купить игрушечку. Ну, мы ее здесь у дедушки оставим, наверное, чтобы что-то было. Потихонечку иди. Такой здесь парк большой. Довольно-таки неплохие качельки классные. Такие. Горочка. В общем, сейчас мы покатаемся немножко. Давай дракошу покатаем, да? И Давида покатаем. О, упал дракоша, поднимай. Упал, да, будет плакать дракоша.